Что ж. Человек, которого ты ищешь, он тоже охотник из дома? Ха, твои слова задели бы его. Это долгая история. Он из благородных. Встретились в диких землях, когда меня ранили на охоте. Он выходил меня. Помог расправиться с машинами, грозившими деревне рядом. А потом мы... разделились. Похоже, это не вся история. А, в другой раз. Значит, Милу новый дрозд? Ястребы теперь могут брать больше одного? Многое изменилось в доме охотников. Теперь принимают всех, кто хочет обучиться искусству охоты, невзирая на племя. Но все равно, мой любимый дрозд ты. Стряхнула старую пыль. Как и обещала, став ястребом солнца. Что до Милу, она считает, охота поможет ее племени. Кто я, чтобы спорить? Нет, аристократка. В нашу последнюю встречу ты ушла из Меридиана охотиться на смертоносную машину. Да, нашла нескольких загонщиков и убийцу охотников. Ты чувствовала себя неприкаянной. Скучно быть ястребом солнца? Я сбежала из города. Надоело сидеть там и терпеть все эти чиновничьи формальности и ограничения. Но природа помогла мне понять, что дом охотников должен стать не просто залом для трофеев. Охотники должны быть защитниками покоя простых граждан, как мой отец и брат. Звучит серьезно. Бывают ли столь широкие взгляды у других охотников? Бывают. А недовольных вышвырну за дверь. И займусь этим, как только найду Амадиса. Ну что ж. Я помогу тебе найти друга. Я понимаю, что тебя привели сюда своей заботы. Но буду рада твоей помощи. Чем он тут занимался? Он потерял близкого человека в красных набегах. И пошел к месту сражения, чтобы попрощаться. Мы с Милу направлялись туда. Поле битвы рядом. Я могу пойти с вами. Нет. Ступай в каменное эхо, лечись, жди меня и усвой сегодняшний урок. Но... боль будет мешать тебе. Ступай. Всем охотникам иногда нужен отдых. Слушаюсь. Это честь для меня. Она справится одна? Конечно. Она мой дрозд. Идем. Поле битвы вон там. Так, что нас тут ждет? Так ты говоришь, это поле боя времен красных набегов? Битва горящих цветов. Амадис состоял в армии Карха, которая шла на запад. Его отряд напал на Тенакт, но они недооценили силу врага. Это была бойня. Когда бы не подумала, что ты дружишь с участником красных набегов. Нет, он не был одним из тех злодеев. Он пытался остановить атаку, но не успел. С тех пор он в бегах. Ясно. Думаешь, с ним здесь что-то случилось? Да, Элой, да? Случилось? Мы его найдем. Он обещал прислать мне весточку отсюда. Я ждала, но ее все не было. Да. Да. Пустынные земли. Вот это поле. Здесь Тенакт перебили Карха. Похоже, время и погода смыли следы битвы. Но отпечатков ног тут хватает. Похоже, недавних. Посмотрим. Глубокие следы, похоже, озерам. Не разберешь, был ли здесь Амадис. Надо осмотреться. Может, визор подскажет. Амадис должен был идти один. Откуда здесь озерам? Оружие Карх. Клинок ржавый. Наверное, лежит тут со времен битвы.
Костер для еды. Горел недавно. Кто-то стоял здесь лагерем не меньше ночи. Неглубокие следы. Не озерам, возможно, карха. Попробую пройти по ним с визором. Талана, похоже, я что-то нашла. Следы ведут в сторону от поля битвы. Веди меня. Сейчас нам тут придется. Идем. Не понимаю, зачем Амадису идти дальше на запад? Может, тут есть что-то еще? Выглядит заброшенным. Понятно. Что он тут делает? Может, он видел Амадиса? Давай спросим. Вы, наверное, отстали от своих. Отвели и потеряли повозку. Пока отправлю в хранилище. Не бойтесь. Я не из тех, что мстят карха. Просто старый мусорщик, любящий поболтать. Я Лел. А вы, похоже, заблудились. Вообще-то мы кое-кого ищем. Охотника Карха. Он путешествует один, а одежда его порядком износилась. Да, он тут был. Разнюхивал про старое поле боя. Хотел узнать, что там случилось. По его счастью, старый Лел много знает. Армия Карха угодила прямо в засаду Тенакт. Многие пали, но некоторых Тенакт угнали на запад. Тот парень хотел узнать, куда. Сказал ему, что слышал о месте под названием Гниль. Что это? Тюрьма Тенакт. Или кладбище Карха. Ну, это как посмотреть. Где это место? Дальше на запад. В землях Тенакт. Но это его не напугало. Рядом с полем битвы стоял караван Азерам. Они как раз собирались туда. Он с ними. Они ушли на запад. Горам. Спасибо, Лил. Нам пора в путь. Хорошей охоты. Пойдем на запад, к горам. Если найдем караван, найдем и Амадиса. Веди. Странно так с пронумерованными глифами. Ясно.
Угу. Ты говорила, что Амандис потерял в битве близкого друга. Угу. Думаешь, что Накт взяли его пленником и увели в гниль? Не знаю, возможно. Вон, на горе. Похоже, там есть туннель. Угу. Пойдем посмотрим, что там за туннель. Бронезуб. Он нас не видит. Воспользуемся этим. Я Трипедрот, как старые добрые. Да ёп! Ах ты, сука!
Нифига себе! Нифига себе, ну красавцы тут нарвались! Бронезуб. Угу. Вот это он нас отолой. Пойдем запчасти собирать. Слушай, вот этот бронезуб. Нифига себе. Хотя бы еще нам надо полечиться. Да я офигею. Слушай, на такого бронезуба попадешь на арене. Если бы не наша взрывная проща. Вот это красавец. Элой, как мы тут еле-еле выжили. И этот бронезуб, он лупит этим. Холодом. Надо застолбиться здесь. Эту записку оставила Зирам. Угу. Азиранская плотина. Копавший у плотины. Возможно, мы знакомы. Пишет, что отправился дальше. Элой, здесь тупик. Интересно, куда? Помощница, помощница. В общем, если бы не взрыв проща. Надо было огненными стрелами лупить, потому что... Но самое лучшее... Слышно тут...
Талана я кое-что нашла. В завалах. Что именно? Давай. Зерам. Угу. Что там написано? Он был в караване, который проходил тут. Текст обрывается. Наверное, туннель начал осыпаться. А. Но тут ничего не сказано об охотнике Карха. И первый караван прошел до разрушения. Похоже, они отправились к источнику на той стороне. Значит, не все потеряно. А есть другой путь. Я не знаю. Горы довольно крутые. Надо найти путь. Спасибо, Элой, что дошла со мной сюда. Потратила много своего времени. Вот, возьми. Это поможет тебе на охоте. Подожди. Где мне тебя искать, если я найду путь через горы? Я встречусь с Милой в каменном эхо, как смогу. Если найдешь путь, расскажи ей. Ладно. Удачи. И тебе. Кажется, Талана очень беспокоится о друге. Хотела бы я ей помочь. Но пока через эти горы никак не перебраться. Угу. Ну, мы тут надо думать, что качать. Я даже не знаю. Ускоренная автоматическая регенерация. При критически малом запасе здоровья менее 25%. Понятно. Но это вот там с боссом, где там он нас долбит, а мы ничего сделать не можем. Эксперт из-за боеприпасов. Глубокая концентрация. Тройной залп. Подумаем. Разрушитель. Ладно, это мы всегда успеем. Тень Карха. Мне интересно. Чтобы открыть дверь, нужен какой-то код. Кажется, мне тут пока делать нечего. А жаль, Элой. Здесь припасы озерам и тупик. Пока уберу в запас.
Можно три стрелы на этот. Слушай, ну мы тут такого хрена обвалили. Ну что ж, сохранение вручную.